Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Волков. Я администратор национальной базы данных электронной идентификации Russia.net и администратор сайта PetID.ru и сайта Russia.net. Я занимаюсь микрочипированием животных, и об этом сегодня наш семинар. Для начала я хочу поблагодарить главного врача Воронежской ветеринарной клиники Сергея Александровича Хижняка, который любезно предоставил нам площадку для съемок, и его сотрудникам. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Итак, микрочипирование животных. Микрочипирование уже около 20 лет, то есть в течение 20 последних лет гигантское развитие получило электронное меченое животное. Что такое микрочип? Это небольшая стеклянная капсула вот в этом брелке, вы можете ее увидеть, в которой находится собственный микрочип. Капсула стеклянная, имеет размер, как правило, 2 на 12 мм, помещается в иглу, и при помощи иглы и шприца имплантируется под кожу. Для чего нужно микрочипировать? Для того, чтобы отличить одно животное от другого, потому что часто этого сделать нельзя. А микрочип содержит в себе уникальный 15-значный идентификатор, то есть номер, который не повторяется. И таким образом животное, одно животное мы можем отличить от другого. Вы понимаете, что это очень важно при чистопородном разведении, при участии в выставках, при посещении ветеринаров, при выезде за границу. А сейчас за границу уже невозможно выехать, не имея микрочипа. Имеется в виду, конечно, страны Евросоюза, потому что Евросоюз принял директиву, которая запрещает перемещение животных через границу без микрочипа. Для начала я расскажу вам об оборудовании, которое применяется при микрочипировании животных. Ну, сначала сам микрочип. Я вам его уже показал. Стеклянная капсула с катушкой индуктивности, конденсатор. Его небольшой размер позволяет вставить его в иглу. И эти микрочипы, они поставляются для использования двух видов. В виде иглы и в виде шприца. Шприц находится в стерильной упаковке и сопровождается несколькими наклейками. На каждой наклейке напечатан штрих-код и номер того микрочипа, который находится в упаковке. Упаковка готова к употреблению. Мы вскрываем упаковку, удаляем фиксатор со шприца, снимаем колпачок с иглы и делаем укол. Все. После этого толкатель выталкивает микрочип под кожу животного, и микрочип там остается. Это совершенно атравматичная, безболезненная операция, которая позволяет нам быстро сделать эту манипуляцию, то есть обеспечить животное его индивидуальный номер. Если мы используем иглы, то они требуют применения вот таких имплантов. Это такой пистолет, который снабжен тоже толкателем, который выталкивает микрочип из иглы под кожу животного. Он удобен, легок, не нуждается в стерилизации, то есть мы извлекаем иглу из упаковки, вставляем иглу в имплантер, делаем укол, нажимаем на ручку до упора, до щелчка, отпускаем ручку, извлекаем иглу. После этого мы снимаем использованную иглу, и имплантер снова готов к работе. Мы можем ставить новую иглу, делать укол новому животному. Это устройство удобно при больших объемах работ.
при работе с животными, имеющими толстую кожу, например, в сельском хозяйстве, тогда лучше пользоваться имплантами. Когда вы делаете какие-то разовые процедуры, легче пользоваться шприцами. Мы делаем укол и такую упаковку просто выбрасываем. Несколько слов о регистрации животных. Потому что весь смысл состоит в регистрации животных. Для чего это нужно? Животные теряются, убегают, их иногда крадут. И часто случается, что нужно найти владельца этого животного. Вы ветеринары, к вам часто приносят каких-то животных, которые люди нашли. И вы не знаете, кому их вернуть. Для этого и существует микрочипирование животных. То есть вы берете животное, сканируете его при помощи сканера, вот такой сканер, который мы продаем, называется Identifier. Мы перебрали довольно много разных сканеров, разных производителей и остановились на этой модели, потому что это самый легкий, удобный и пробивной сканер. Столкнулись с тем, что не все сканеры гарантированно читать микрочипы. Особенно речь идет о микрочипах уменьшенного размера. Вот в иглах поставляются микрочипы двух типов размеров. Стандартные 12 мм и уменьшенные 8 мм. 8-миллиметровые микрочипы, как правило, применяются для мелких животных. Ну, они, естественно, менее травматичны. У владельцев животных иногда бывают проблемы с чтением микрочипов, потому что не все сканеры работают одинаково хорошо, и некоторые сканеры не обеспечивают гарантированное считывание коротких микрочипов. То есть человек приходит на таможню, там сканируется микрочип и его не находит. Как правило, это связано с тем, что в сканере просто села батарея. Или люди, которые закупали сканеры, немного сэкономили и купили какую-то дешевую модель, которая не всегда срабатывает. А Евросоюз в своей директиве, которая посвящена микрочипированию животных, предлагает владельцам таких животных, у которых установлены нестандартные микрочипы, иметь свой сканер. То есть, если владелец животного сомневается в том, что он переедет через границу со своим питомцем, потому что не всегда считывается микрочип, этот владелец должен купить себе сканер, который будет гарантированно работать с этим микрочипом и ездить с ним туда, куда он пожелает. Этого достаточно будет для того, чтобы он благополучно пересек границу. Теперь, что касается регистрации животных. Для регистрации животных, создана национальная база данных электронной идентификации Russia Pet Med, которая работает на одноименном сайте Russia Pet Med. Там вы можете животное зарегистрировать, внеся в регистрационную форму данные о животном и о владельце этого животного. Основная цель – это возврат животного домой. Поэтому там предусмотрено поле для адреса и телефона владельца, чтобы, когда к вам привезут неизвестное животное, вы могли, считав номер микрочипа, ввести его в поисковую систему сайта, увидеть, кто его хозяин, и позвонить ему и сказать, что ваше животное нашлось. Теперь давайте посмотрим, как это делается на практике. Ну, пожалуйста, давайте вот сюда. Собака. Мне потребуется помощь ассистента. И вы сами. Он уже является ассистентом. Хорошо, тогда вот мы уже придерживаем. Итак, процедура с самого начала. Вам принесли животное.
и вы не знаете, было ли оно чипировано ранее или нет. Для начала нам нужно проверить. Нужно взять в руки сканер, включить его и провести по местам типичной имплантации. Вот, сканер нам ничего не показал. Значит, у животного микрочипа нет. Это хорошо. После этого мы берем сканер и сканируем чип в упаковке. Вот он, чип просканирован, мы видим его номер. Это значит, что микрочип работоспособен. Мы можем его использовать. После чего? Мы берем ножницы, вскрываем стерильную упаковку и извлекаем оттуда шприц. Вот видите, шприц. У него есть фиксатор, вот этот красный, который нам нужно удалить. Вот теперь мы готовы к работе. Поскольку это все-таки вмешательство большое, его нужно делать с соблюдением правил антисептики. То есть мы берем и обрабатываем место укола спиртом. Типичное место имплантации – это холка по средней линии. То есть мы берем, нащупываем лопатки, и вот по средней линии, ближе к голове, у нас и будет место имплантации. Да. Вот так вот мы обрабатываем кожу, снимаем с иглы колпачок, поднимаем кожную складку, и в основании кожной складки подкожно до щелчка ввели толкатель и вынимаем иглу. Все, животное имплантировано. Теперь нам нужно проверить, все ли у нас прошло гладко. Мы снова берем сканер и сканируем. Вот, мы видим номер микрочипа на экране сканера. Значит, имплантация удалась, у нас все в порядке. После этого мы можем счастливого владельца отпустить. А сами, ну, пока далеко не уходите, потому что я вам должен отдать еще вот такие вот наклейки. Одну из наклеек ветеринар может снять и вклеить в журнал, который он ведет, журнал микрочипирования. Если вы, конечно, их ведете в бумажном виде. Остальные наклейки мы отдаем владельцу. Для чего? Для того, сейчас я вам расскажу, что с ними делать. Во-первых, их нужно вклеить в ветеринарный паспорт. Ну, а остальные сохранить, может быть, они вам понадобятся для родословной или каких-то других ветеринарных документов. Что должен сделать ветеринар? Он должен вот эту наклеечку вклеить в ветеринарный паспорт. Рядом поставить дату чипирования и расписаться. Все, после этого мы можем владельца отпускать. Счастливый владелец. Вы должны знать, что для работы необходимо всего лишь иметь номер микрочипа в ветеринарном паспорте. Он может быть вписан туда от руки, но для того, чтобы вы не делали ошибок, от которых никто не застрахован, сделаны наклейки. Вы вклеиваете эту наклейку в ветеринарный паспорт. И это все, что нужно владельцу. Все остальные действия, они вторичны. Некоторые поставщики, ну не знаю, видимо для солидности, выпускают различного рода сертификаты о чипировании. Мы не против всяких красивых документов, но так как они не предусмотрены законом, мы их не выдаем. И вы должны знать, что закон не предусматривает никаких свидетельств о микрочипировании, никаких сертификатов о микрочипировании. Должен быть микрочип, номер которого записан в ветеринарный паспорт. Это все. Этого для жизни достаточно. Теперь я хотел бы вас еще познакомить с еще одним видом сканеров, которые мы используем. Вот это сканер для
диких и сельскохозяйственных животных. Потому что работа ветеринара опасна. Да. На самом деле опасна. Потому что животные бывают крупными, они бывают агрессивными. И для работы с такими животными предназначен вот такой сканер, выпущенный в форме жезла. Им удобно работать, не подходя к животному и не подвергая себя опасности. Можно работать через клетку. То есть мы его включаем и сканируем микрочип. Видите, даже огонек тут загорается на конце, который свидетельствует о том, что сканирование прошло успешно. И видим на дисплее номер этого микрочипа. Этот сканер удобен тем, что у него есть память, куда можно записать до 2000 номеров сканированных. И есть модуль Bluetooth, который помогает вам собранные за рабочий день данные ввести в вашу учетную систему. То есть вы поработали это на ферме, в стаде, собрали все данные в память прибора, потом вернулись в свой офис, сбросили его на свой компьютер рабочий и дальше уже с этими данными работали. Такие сканеры популярны у оленеводов. Мы всю Якутию снабдили такими. Да, и на Сахалине часто применяется. Ну и у наших ветеринаров, которые здесь в средней полосе работают в зоопарках. В зоопарках, в цирках, там, где есть крупные опасные животные. Вот для таких предназначены эти сканеры. Да. Это важный вопрос. Потому что в стремлении продать как можно больше, многие производители говорят, а вот наши сканеры работают там на 20 сантиметров, другие говорят, а у нас на 50, третий доходит до метра, иногда больше. Вы должны знать, что технология едина, и технология, по которой созданы эти микрочипы, она жестко ограничивает дистанцию считывания. В идеальных условиях это 5-8 сантиметров, а в жизни это 3 сантиметра и не более того. То есть это непосредственный контакт. То есть вам нужно сканером провести по коже животного, и тогда вы сможете сканировать микрочип. Почему? Чем вы задаете вопрос? Вопрос связан тем, что в принципе мы очень часто сталкиваемся с тем, что нивелированные чипы идут. То есть ввели в полочку, нашли потом на катушке. Да. Сканируют, чипа нет. Хозяин в панике начинает искать, то есть вот в связи с этим. Да, миграция чипа иногда имеет место, на самом деле. Для того, чтобы ей препятствовать, микрочипы обработаны специальным веществом, которое способствует быстрому обрастанию микрочипа, соединительной ткани и его фиксации. Но иногда, когда животное нервное, когда оно тощее, когда не выражена подкожная клетчатка, когда она и кожа подвижна, и животное само подвижное, риск миграции чипа тогда возрастает. Вам нужно в этом случае каким-то образом медикаментозно, во-первых, успокоить животное, а во-вторых, показан воротник на пару дней до тех пор, пока первичное воспаление микрочип не будет фиксировать. То есть берете животное, надеваете ему широкий воротник и отпускаете его на пару дней. После этого, как правило, миграции не бывает. Ну, здесь сложно отследить, когда уже приходит владельца, сколько тысяч первых лет назад. Да, тогда ничего сделать нельзя. В этом случае в ветпаспорте делается отметка, что микрочип находится вот в этой области. Ну, мы же можем по всей собаке вот этим сканером проводить. Конечно, мы можем, на границе это будут делать. Они приведут и скажут, чипа нет, до свидания. Когда человек должен знать, где находится микрочип у его животного. И показать, что у него находится микрочип, допустим, не по средней линии холки, а под лопаткой, или в лапе, или в паху, но он есть.
этот микрочип есть, это не является препятствием для выезда. Показать область, куда... Да, показать область, в которой находится микрочип, и тогда ветеринар таможенного пункта сканирует эту область и находит этот микрочип. Если мы вводим микрочип... Да. Да. Мы будем. Были случаи у меня в последний раз. Я вожу иголочку, да, собака дергается, у меня, я вытаскиваю шприц, я не успеваю удержать вместо инъекции, и чип уходит со мной вместе наружу. Да, такое бывает. То есть нужно удерживать иголочку. Да, во-первых, кожную складку мы удерживаем. И после того, когда мы вот нажали на рукоятку имплантера или на толкатель шприца до упора и до щелчка, мы понимаем, что микрочип вышел. Его можно придержать. Просто пальцем придерживаете, извлекаете иглу, микрочип остается там. Чтобы он не присосался. Да, чтобы он не присосался к торцу толкателя. Ну, это случается иногда на самом деле. Для того, чтобы гарантировать себя от такого случая, ну, во-первых, надо действительно, может, придерживать кожную складку, а потом мы делаем контроль. Вы видели, что мы сделали укол, а потом проконтролировали. Нам микрочип был отсканирован, и мы понимаем, что он находится на месте. Конечно, случаи бывают разные, казусы в медицине, да, и случается так, что, по крайней мере, известны случаи, когда микрочип оставлялись на шерсти. Ну, нужно осматривать. Нужно вот так потрясти, он соскочит, и мы не найдем его. Ну, чипируемся. Да. И в этом случае мы его сканируем, животное, и мы видим, что микрочипа нет. Значит, нужно повторно делать имплантацию микрочипа. Вот таким образом. Кстати, животные, которые выезжают за границу, спрашивают, что в какую базу внесли. То есть, допустим, в какой-то стране именно эта база. То есть нужно владельцу животного говорить, в какой базе находится животное. Конечно, нужно сказать владельцу, в какой базе зарегистрировано это животное. Я уже сказал, что я веду национальную базу данных электронной идентификации Russia Pet Network. Мы регистрируем животных по всей России и из-за рубежа тоже. Особенно из стран бывшего СССР, но есть и страны дальнего зарубежья. А эти данные мы перерегистрируем в европейской базе, которая называется EuroPetNet. Она существует на сайте europetnet.com. И там животные, зарегистрированные у нас, тоже могут быть найдены. Когда владелец животного уезжает за рубеж, он должен знать, где ему свое животное искать в случае потери. Вот ему нужно будет зайти на сайт europetnet.com, ввести номер микрочипа, и он тогда сможет найти там свое животное. Если сейчас чипировали пёса, если этого пёса Роман передаст мне и сам уедет куда-нибудь, нужно ли информацию о передаче животного и о передаче чипированного животного передавать в базу данных? Если меняется владелец животного, то да, конечно, нужно. Если владелец меняет адрес, если владелец меняет телефон. Это может сделать владелец или должен сделать врач? Мы принимаем заявки от владельцев, по крайней мере формально. И когда владелец заполняет регистрационную форму в интернете, там написано: прошу ввести данные для открытого доступа в интернете в национальную базу данных электронной идентификации, поскольку владелец он. Но он может поручить сделать это ветеринару. И так часто бывает, и я думаю, что это правильно. Потому что ветеринары, они дисциплинированные люди, они произвели манипуляцию, у них есть все данные по животным и о его владельце, и они предлагают владельцу услугу по регистрации животного, точнее по внесению данных в базу данных.
Почему я об этом говорю? Потому что сейчас часто поднимается вопрос о сборе информации о людях. Здесь при регистрации животных вводятся регистрационные данные владельца его. И там есть его адрес и телефон. А для того, чтобы обезопасить себя от каких-то не было вопросов правоохранительных органов, мы пишем там, прямо вверху регистрационной формы, что владелец сам просит нас о том, чтобы мы опубликовали эти данные в открытом источнике, чтобы они были общедоступны. Почему это нужно? Потому что основная цель микрочипирования – это возврат животных владельцу. Куда возвращать-то? Да, если эта система будет закрыта, то она просто не будет работать. Поэтому эта система открытая, она работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и обеспечивает доступ туда владельцев со всего мира. Сергей Иванович, да, у нас новый пациент, давай. И вот еще такой вопрос. Просто у нас в случае такого котенок, щенок, в общем, отправляли за границу, заводчик сама не ехала, ехала, так скажем, кто-то там отвозил, отвозили новым владельцам. Какие данные нужно было предоставлять при регистрации? Чьи? Это правовой вопрос. Он касается... определяющим моментом является момент перехода права собственности. То есть животное это было продано. И в договоре, по всей вероятности, был оговорен момент, когда оно становится принадлежностью нового владельца. И если там было написано, что оно становится, начинает принадлежать другому владельцу еще на нашей территории, то тогда до пересечения границы нужно будет позаботиться о внесении данных в базу данных. Если это после внесения данных нового владельца. Нового владельца, да. Но это, в общем-то, вопрос, да. И самое главное, что эти данные, они должны совпадать с данными в документах ветеринарных. То есть, что там будет написано? Если там будет написано новый владелец, значит, и в базе данных должен быть новый владелец. Если он там будет написан старый, значит, и в базе данных будет старый. А то, что везет вообще третье лицо? Это вопрос, не имеющий отношения к микрочипированию. Это правовой вопрос. Любой человек может перевести без доверенности. Оформляется перевозка. Ну что ж, давайте наше лабораторное животное сюда ставьте. Ставите, пожалуйста, вот сюда. Вот, вот таким вот образом придерживайте ее. Так, сейчас я вам покажу. Что? А, да, вот так. Покажу вам, как использовать имплант. Для имплантера мы берем иглу в упаковке. Вот это укороченный микрочип, который имеет длину всего 8 мм. Вынимаем иглу. Она имеет конусное основание и плотно входит в имплантер. Здесь есть фиксатор. Точнее, наплыв, который должен быть помещаться в канавку на головке импланта. Таким вот образом мы вставляем и снимаем пупачок. Также находим лопатки по средней линии в области холки. Обрабатываем кожу спиртом, поднимаем кожную складку, делаем в основании укол. Все. Так, вот это тот случай, о котором мы говорили. Микрочип остался в игле. К сожалению, придется сделать животному еще один укол. Главное, чтобы это не было так. Да, нет, бывает, к сожалению, простите меня, пожалуйста. Но это правда жизнь. Значит, как мы извлекаем эту иглу из имплантера? Снова надеваем ее, на колпачок надеваем на иглу и поворачиваем.
После чего игла выходит из импланта. Ну что ж, еще раз обрабатываем кожу. Извлекаем иглу, вставляем ее в имплант. Снимаем колпачок. Нажать нужно до упора, до щелчка. Еще раз поднимаем кожную складку, делаем укол. И вот сейчас я, как мы и говорили, придержал микрочип, когда извлекал иглу. Все, микрочип остался на месте. Теперь мы снова надеваем колпачок, поворачиваем иглу и вынимаем ее из ручки. После этого имплантер готов к использованию, а иглу мы убираем. Теперь нам нужно проверить, там ли микрочип, удалась ли имплантация. Включаем сканер, проводим по месту имплантации. И находим микрочип. Так. Есть. Нет, не находим. Да, еще раз пробуем. Это ушел. Да. Микрочип на месте. Но прощупать его очень трудно, практически невозможно. Сканер. А вот то, что вы говорили, это короткие. Вот. Он в упаковке он срабатывает. То есть этот сканер, он работает с коротким чипом. Сейчас мы будем искать. Вот, есть. Мы нашли. Вот. Да. Он немножечко в правую сторону сместился. Вот это, по-видимому, тот случай, о котором мы говорили, кожа подвижная, подкожная клетчатка не выражена. Там произошло натяжение, да. Следи и отпусти, и канал что-то. И микрочип немного сместился. Давайте пробуем ваши сканеры. Вот. Вот он работает, все в порядке. Вот. То есть через несколько дней мы можем еще раз проверить сканером, где находится микрочип, на случай его миграции. И тогда, если миграция произойдет, мы должны отметить это в ветеринарном госпитале. А теперь давайте мы камеру переместим к компьютеру, потому что мне нужно будет показать, как происходит регистрация. Сейчас мы находимся на сайте PetID.ru. Это сайт, на котором производится продажа микрочипов и сканеров. Вот здесь есть пункт интернет-магазин, зайдя в который мы можем выбрать микрочипы, которые нам нужны, или другое оборудование. Вот здесь у нас есть сканеры. Вы видите сканер для домашних животных, сканер для диких животных, ну и некоторые другие виды сканеров. Кроме того, в разделе аксессуары можно будет купить имплантирующий пистолет или имплант. Для регистрации и поиска животных существует отдельный сайт, который был создан по требованию Евросоюза. Сайт самой базы данных, национальная база данных электронной идентификации RushPetNet. Здесь мы входим в раздел регистрация и заполняем регистрационную форму. Так. Так, номер микрочипа. 567. 601. По
пол? Какой у нас пол? Пол женский. Так. Год рождения. Здесь видим введенные данные, которые мы можем проверить. Проверили, все у нас в порядке. После этого нам предлагается 4 способа оплаты. Потому что если этот микрочип куплен не на сайте, PET-ID.ru, то это будет платная регистрация, она будет стоить 100 рублей. Предположим, мы захотим оплатить через Сбербанк. Нажимаем «Оплатить», и мы видим здесь платежную квитанцию, которую мы распечатываем. Распечатываем, идем и платим 100 рублей. Когда деньги попадают на счет базы данных, происходит регистрация. Так, вот, собственно, все с этим. Для владельцев смартфонов и планшетов под управлением операционной системы Android нами создана программа для поиска и регистрации животных. Эта программа называется PET-регистратор, и ее можно бесплатно скачать в Google Play. Что мы сейчас и сделаем. Вот приложение установлено и активизировано. Вы видите, что здесь у нас есть две возможности. Найти владельца микрочипированного животного и зарегистрировать новое животное. Делается это легко и просто. Мы вводим номер микрочипа, который ищем, и программа начинает искать в базе данных. Она подключается к интернету, подключается к базе данных и ищет там животное, которое нам нужно найти. Если нам нужно зарегистрировать животное, мы открываем регистрационную форму и вводим данные этого животного и его владельца в базу данных. После чего заявка на регистрацию поступает к администратору базы, и он ее регистрирует. В ветеринарном паспорте есть раздел. Здесь написано «Идентификационная наклейка». Вот мы берем наклейку. И клеим ее в ветпаспорт. После этого мне нужно здесь поставить дату и расписаться. Будьте добры. Спасибо. Регистрация прошла успешно? Регистрация еще не завершена, поскольку только данные сейчас ввели. И эта заявка, она вступила в таблицу заявок для рассмотрения администратора. Когда ее администратор рассмотрит, он ее одобрит, и после этого пройдет регистрация. О том, что регистрация прошла, будет сообщено владельцу вот по тому адресу электронной почты, который мы ввели. Если адрес нет почты, ничего не... Значит, он этого сообщения не получит. А на телефоне не знаете? Все. Я вас поздравляю. И остатки. Да, это вам. Спасибо. Ну что ж, на этом я считаю свою презентацию оконченной и благодарю всех участников. Большое спасибо. А вопросы можно?